Всем привет! Мы идем на рынок покупать тарелки дополнительно, вот деревянные, для нашего барбекю. Только-только открылось, мы очень рано, но сейчас посмотрим, что мы сможем купить. Только-только пришли люди, видите, еще все закрыто. Это наши плато, но это маленькие. Здесь разного размера есть. Ну, как всегда, гамаки. Я так вам такой коротенький видео обзорчик, потому что все еще закрыто. Это solo con papa, con todo, junto. No sé. Me parece. Grande. Корзины плетеные. $30 корзины. О, свет включили. С этой стороны есть, но это не их киоск. Пока еще, видите, люди еще не пришли на работу. Но мы же ранние птички. Всякие, видите, такие сувенирчики, подставочки всякие. Я тут лезу, заглядываю. Я извиняюсь, наверное, вам плохо видно, но я просто смотрю то, что мне надо, с камерой в руках. Так. А вот Господи, как это называется? Тотума, помните? Из Тотума. Так. Смотрите, мы взяли вот такой для пикадо микста. Такая большая достаточно, она с ручечками, такая удобная. Что тут такое темное? Торочекер, инсо пара, мира, инсо чекер, пара кенуты не есть, вескому негру, кену мас, ло мизмо, пара кенуты нер. Окей, это мы напоим там, я понимаю, что это не есть. Выбираем, чтобы были чистенькие. Так, здесь сомбреро, сандали национальные. Сомбреро. Это, кстати, из кожи, очень натуральная кожа. Кстати, очень хорошие сандали, очень хорошие. И женские, вот можно, ну, простые купить, а можно вот всякие с цветочками. Вот такие вот. Вот еще, видите, цветные сандали. Но главное, что они все из кожи очень хорошо. Ну вот, показала вам. Здесь овощи продают. Ну все, я вам показала. Тарелочки вон купили. То, что было, не было больше. Все, всем пока-пока.